Человечество не род и не страна. Это планетарное поселение. Разделение по религиям – страшная рана, людей ведущая к уничтожению. На границе эпох это очень серьезно. Нет времени на рассуждение. Да и рассуждать, поверьте, поздно. Начинается планетарное обнуление. Есть предложение, и оно одно. Нужно срочно восстановить Русь. Для человечества это окно, через которое будет понятна суть. Суть предложения в нейтральности. Нужно выправить крен планеты. Ничто так не актуально. Интересы всех государств задеты. Не помогут движения и революции. Планета может погибнуть. Прерывается нить эволюции. В этом опасности суть. В прошлом Катрене говорил об этом. Реакции нет, но пора действовать. Повторяю, опасность в том, что можно так жизнь проспать. Глобализм – это первая тема в прессе. Но глобализм есть последняя стадия. Пресса фантазирует о прогрессе, но для самой прессы это последняя ария. У Создателя есть решение. Поверьте, росток пробился. Это для Создателя Руси достижение. Есть надежда, что людской род продлится. Для новой эпохи уже нет преград. Будущее переписано в книге судеб. Уже центр намечен, и для этого град. Народ в будущем сам безупречен. Волнуется тонкий план тоже. Уходящие тянут за собой в омут. Они знают, что выход возможен, если причину опасности люди поймут. Причина одна. Нет равновесия. Огромный перекос в сторону тьмы. Сегодня для планеты последняя сессия. Сегодня как никогда важно мы. Мамона ни при чем. Она раздражитель. Мамона порождает предательство. Мамона сама себе уничтожитель. А точнее, сама для себя вредительство. Мамона не может вести планету. При Мамоне нет в духе прогресса. Она причина людской вендетты и, конечно, причина регресса. В мире военная напряженность. Идет сплошной передел мира. И это планетарная протяженность, а не территориальная мина. Тот, кто руководит, видит победу. Он забыл, что люди – энергия. Отрицательную энергию генерирует беда. Это общие потери феерия. Все люди есть часть Создателя. Генерирующий минус стоит против Бога. Он не останется никогда наблюдателем. Самоуничтожение – его судьба в итоге. Меньше года, как перейдут черту все люди, без исключения. Сами себе зачеркнут мечту. Не продлится никогда проявление. Повторяю, что спасение в ваших руках. Уходящий тянет за собой всех. Людей подводит к концу страх. Для жизни люди сами себе помеха. Не надо мечтать, надо действовать. Последнее предупреждение. Повторяю, завтра просто можно проспать. Другого нет от Создателя предложения. Аминь. Отец Абсолют. 29 ноября 2019 года. Катрен. Причина одна. Нет равновесия.